Che cosa posso dire di questo uomo che ha dato tantissimo all'Italia, agli italiani? Всем привет из Рима. Сегодня утром мы записали с Карлой, с моей свекровью, видео о Сильве Берлускони. Что она думает, как итальянка? Это простой отзыв от простой итальянки. Я живу почти 6 лет в Италии. Я, конечно, никогда не берусь судить их политику, дома внутри. Италию, Посмотрим дома внутри. как они говорят, каза, каза ностра. Да, с первого дня они разместили сверху над названием канала Грация Сильвия. Это его аркоре, это вилла. Для безопасности только для 10 тысяч персон открыта площадь дому. Конечно, эта площадь вмещает намного больше людей. И наш президент Сильвия Персемпре. Я обязательно сделаю интервью, мы уже сделали интервью с Карлой, потому что она грустит уже третий день. Конечно, много людей, потому что у него не просто большая, у него огромная семья. У него 5 детей. Марина, Пьер, Сильвио, Барбара, Элеонора и Луиджи. Да, двух официальных жен. Но его семья – это также медиасет. Они сразу написали на башне Граци Папа. Папа в Италии они называют. И, конечно, он был президентом, владельцем компании Милан. Они тоже советовали его. Поэтому у него очень большая семья. Много людей, которые чувствуют себя его семьей. Как вы понимаете, мы уже третий день смотрим Mediaset. Вообще, это самый любимый канал, да, моей семьи итальянской. Я не видела ни разу, что сказал Витторио Сгарби, мой любимый. Так вот все время показывают виллу его и показывают параллельно дом. Я вас ждала. Приехал, да. Почему-то я не видела интервью, не дали ему слово. Уже приехал катафалк. Come vedremo poi nella liturgia, viene sempre chiamato fratello Silvio. Lui, Silvio Berlusconi, lascia Villa San Martino d'Arcore. Уезжает Берлускони на катафалке из своей виллы. В сопровождении карабинера, конечно. Не всем разрешено прийти в целях безопасности, даже дома. Площадь перед домом 10 тысяч человек только посетили. Хотя площадь дома вмещает в себя намного больше людей. Но это Милан. Сильвио Берлускони Миланезе, конечно. И он построил Милан 2, Милан 3. Милан его любит. Марио Драги прибыл, сейчас приедет Моттарелла, Сергей Моттареллович. Ну, в смысле, Сергей Моттарелла. Что-то не очень Марио Драги выглядит. Показывает. Орбан пришел, приехал. Здесь мэр Рима, ой, мэр Милана, извините, и Фонтана. Боже мой, Фонтана как постарел после пандемии. Это губернатор региона. Come per il cuore di una persona di una certa età. Ecco,
Enrico Veronica Lario. Это последняя жена, вторая. Che non ha fatto un messaggio scritto a differenza della prima moglie Carla Dall'Oglio. C'è un elicottero che sta sorvolando Piazza Duomo. La Presidente del Consiglio accolta da un applauso. Di Giorgio Meloni c'è stato un applauso veramente. Sì, abbiamo sentito molto fuori la sentito. Ecco il Presidente Sergio Mattarella. Mette a sua volta parola di grande affetto per Silvio Berlusconi. Assolutamente. Di affetto e di rispetto per la storia umana, politica di Silvio Berlusconi. Dato dal Picconi, sta per essere condotto nel Duomo per i solenni funerali di Stato. Bella canta il Requiem Aeternam. È una composizione del tardo Rinascimento, quindi del XVI. Barbara Berlusconi, ecco Marina, questa è Marina Berlusconi, Marta Fascina che sta piangendo, Pier Silvio Berlusconi, e Marina che sta piangendo, e questi sono i figli maggiori, i minori, questo è Paolo Berlusconi. Barbara, это уже от второй жены. Это сын от его первой жены и Барбара от второй. Это президент, это президент. Queste stupende vetrate della Basilica, della Cattedrale, della città di Milano, ma anche della Chiesa Ambrosiana. Tutti figli di gli altri, alla vergogna e per l'infamia eterna, coloro che avranno indotto molti alla giustizia, risplenderanno come le stelle per sempre. Parola... Ecco che cosa si può dire di Silvio Berlusconi. Это Ларио, Вероника, вторая жена, с которой он громко Это Пьер Сильвио, второй ребенок от первого брака. Рядом Марина сидит, сестра Ренато и по матери Суданы рядом сидят. Там. Самое интересное, конечно, из всех детей для меня Марина. Марина Берлускони. Он говорил, что она заняла место матери, потому что раньше он звонил маме и рассказывал, что произошло за день и так далее. А потом он стал, когда мама не стала, он стал звонить Марине, своей первой дочери. Такой сюжет у меня получился. Третий день, мои итальянцы, мой муж, моя свекровь смотрят телевизор, новости, сюжеты. Эта персона, она Сильвия Берлускони, никого, мало кого может оставить равнодушным. Прощай, Сильвия. А мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока. Апресто.